Добрый день. Сегодня у нас возникла необходимость обрезать и склеить видео в разных роликах. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью видеоконвертера Free Video Converter. Вот тут мы выбираем на нашем рабочем столе значок, соответствующий этому конвертеру. Вот. Теперь нам нужно выбрать файл. Нажимаем эту кнопку, выбираем нужное нам видео. Теперь нам надо выбрать формат, в котором мы будем конвертировать наше видео. Можем оставить такой же, а можно выбрать другой. Вот, допустим, мы выбираем флеш-видео. Теперь надо выбрать папку размещения, где будет размещен этот файл готовый наш. Вот мы выбираем в своем проводнике папку для сохранения этого файла. Нажимаем ОК. Теперь мы можем можем отредактировать этот файл. Вот, нажимаем правку. И в этом окошке мы можем на шкале времени определить размеры нашего будущего файла. То есть обрезать видео. Вот мы границу начальную выбираем. И границу конечную. Да, наши границы уже выбраны. Мы можем прослушать тут этот эпизод, еще раз его отредактировать. И теперь уже в таком виде сохранить вот этой кнопкой. Теперь он будет конвертироваться именно вот этот участок, который мы обрезали. Дальше выбираем следующее видео. Также точно опять открываем проводник, находим. Вот. И также правим его. Вот правка. Повторяем процедуру обрезки видео. До нужных нам размеров и сохраняем. Вот теперь два участка будут. Вот тут нам надо поставить флажок. В случае, если мы хотим работать с обоими участками, с обоими файлами. Тут мы проверяем, чтобы соответствовали формату файла, выбранных нами конечных. И либо конвертируем, если мы нажимаем эту кнопку конвертация, то они будут конвертированы отдельно. А если эту, то они будут склеены. Тут нам предлагают новую версию, но мы продолжаем нажимать. И теперь уже пошла склейка. Идет преобразование вот первого файла. И сразу же, когда оно закончится, начнется преобразование второго файла, и, соответственно, они будут склеены. После того, как будет закончена склейка, нам предложат опять-таки или новую версию, вот можно будет новую версию, или продолжить. Мы выбираем продолжение. Все, работа с конвертером закончена. Или можно выбрать следующий файл для работы. Или выйти из него. Теперь наше видео будет сохранено. Открываем проводник. Находим папку назначения, которую мы планировали. Вот он под, но так как мы не ввели название конечного файла, он будет под тем, которым первое видео ушло. Под этим же названием будет и новый файл. Вот, пожалуйста,
можем просмотреть. Вот это первый наш фрагмент. И тут же вот второй. Они склеены. Все. Love you.